Всем золотого дня, дорогие друзья, с вами Аза, и сегодня я пройду комнатур по своей комнате. Ну что ж, Итак, моя комната начинается, входя с коридора, мы заходим, и тут нас встречает сразу мой компьютер, моя кровать, собственно, мой хромакей, который я еще не использовал. Как-то странно. Ну ладно. Что у меня на столе? У меня на столе ничем не привлекательный монитор. Старенький. Я не хочу его менять, потому что у меня есть еще запасной. Но мне больше это нравится, потому что он маленький, компактный и удобный. Стоит клавиатура от Oclick. Еще есть запасная, только я ей не пользуюсь, потому что тоже мне как-то более к этой привычнее. Кстати, на такую же клавиатуру у нас проходит конкурс ВКонтакте, это просто напоминание. Вчера я купил себе мышку. Kiliwer Q8, по-моему. Шикарная мышка, конечно, надо к ней привыкать. Это все очень долго и тяжело. Дальше у меня такие китайские наушники под названием Cotion Itch. Ничем тоже не привлекательная была, подсветка, но сломалась спустя год. И запасная мышка есть все, чтобы поиграть там в кресочку или в какой-нибудь шутер. Ладно. И самое главное, сердце всего компьютера. Мой Wi-Fi. Да, я знаю, сердце всего компьютера это по сути бокс, который у меня стоит тут, потому что мой основной бокс не помещается. Там стоит видюха 1050 Ti плюс G4560 процессор от Intel и жесткий диск. Подробнее расскажу потом. Идем дальше. Тут у меня стенд коробок, можно так сказать, потому что слишком много всякого дерьма лежит, можно так сказать. Ладно. И тут мы начинаем вот с такой вот коробочки. Genesis. Oclick Genesis от клавиатуры той. И мои видюхи GTX 1050 Ti. Окей. Идет кофеварка, которую я купил на Новый год и не пользуюсь ничего. Старенький телевизор. Я вообще телевизор не смотрю, так что у моего деда он намного круче. А я просто не люблю. Потом лежат новые наушники. Тоже с Алиэкспресса. Тоже, по-моему, от той же компании нет. А, нет, Канин. Тоже с подсветкой, с микрофоном. Но микрофон тут хреновый, поэтому я использую те наушники. Пока мне не придет новый микрофон. Я заказал, кстати. Скоро ждите обзор. Здесь у меня лежит также вилка для зарядки. Зарядка для фитнес-браслета. Отвертка, чтобы компьютер починить. И как же без мышки за 70 рублей? Буду сравнивать с игровыми. Лежит USB шнур и камера. Старая камера, на которой я снимал влоги. Первые. Потом тут лежит от моей нынешней камеры коробка. Digma Dicam 200. Action камера снимает хорошо, значит. Все будет нормально. От коробка от мышки, которая вчера приобрел. Коробка от Айраку. Блок питания на 450 ватт. Коробка от Wildfox. От моего телефона, который у меня сейчас. Искал чехол на мой телефон и так не нашел. Но пришлось заказать с Алика. Вот такой вот телефончик у меня. И чехол. Ладно, идем дальше. Тут у меня стоит перец на всякий случай. И тут я заказывал своему деду на день рождения подарок, но компания так лоханулась, что прислала мне предыдущий заказ, где я с моей матерью, фотки я показывать не буду, просто вот так пролистаю, кружка с фотографией, надо будет отдать. Ладно, идем дальше. Здесь у нас дорогие нарды. Показывать я их не буду, потому что они янтарные, их лучше не доставать.
Ну, кто захочет, я выложу ссылку в описании. Ну, и ВКонтакте. И вот мой основной компьютер. В нем все детали. Открывать я сейчас не буду, потому что это небезопасно. Тут компьютер у меня просто для посиделок, можно так считать. А это в основном для монтажа. Лампа. Думаю, вы все видели вот такие лампы в кинофильмах. И вазочка, как же без неё. И, конечно же, колонка от JBL. Коробка, точнее, от неё. Дебильный JBL, как бы сказать, подделка. Китайщина. И такой моник. И здесь у нас вот такой вид наружу. Красота. Не было бы этой сетки, еще тогда было бы лучше. Ладно. Идем дальше. Здесь у нас полочка тоже, ничем не примечательная, с книгами. И вот такая стекляшка, которая нахрен не нужна. Не знаю, зачем ее берут. Есть кабель от интернета. Либо... А вот за этой шторой лучше не знать. Бардак. Можно сказать, шкаф. Дальше у нас идет вот такая лампа. Можно устроить тусу. Но я вот тут уже есть видно, да, вот вмятина уронил. Такую уж я кривожоп поставил обратно на кровать. Пойдем дальше. Тут уже лампа мигает. И тут у меня лежат два портфеля. Это один и второй. Первый портфель у меня для школы вот такой. Я тоже заказывал с Алиэкспресса. Могу сказать, что он хороший. А вот на этот портфель ждите обзор. Что я могу сказать, он у меня теперь для аппаратуры.